Ну что ж, советы ленивым собачникам, собаки, собачьи драки, часть третья. Пусть, мотанись, принеси листочки какие там нацарапал. Неси, неси. Пуся, блин. Давай. Второй тоже. Второй листочек. Блин, смял. Ну, в принципе, вот. Мы остановились, вот такое, разбирали случаи там с маленькой собачкой. Теперь разбираем случаи, ну, вот с такими взрослыми, ну, одного примерно веса, одного, ну, веса как хотя бы. Вот они столкнулись. Значит, что нужно делать, что не нужно делать. Не нужно делать, сейчас я покажу. Собаки зацепились, подбегает один человек, начинает тянуть свою собаку. А делает хуже только своей собаке. Во-первых, он лишает опоры. Вот, собака в невыгодном положении. То есть он наносит травму своей собаке. Вот, поэтому так вот не стоит делать. Мы это сейчас сразу вот так. Вот так. Не надо делать вот так, если вы не обладаете достаточной подготовкой. Пытаться одному растащить собак. Занятие неблагодарное, чревато травмами. Человеческая плоть слабенькая, поверьте мне. Значит, то же самое. Не работаем, если вы не уверены, что вы можете с двумя собаками сработать. Еще один момент. Так. Значит, здесь же, вот опять поэтому, по вот этой картинке, не лезьте руками туда, где собаки дерутся, то есть в области головы, там, где кусаются. По горячке прокомпенсируют, мало не покажется. Дальше. Что вообще в идеале, как нужно делать? Сейчас я покажу. Значит, вот, зацепились. Видите, собака, клубок тут крутится, прочее. Подзываете хозяина второго, сохраняя спокойствие. Значит, договаривайтесь. Ребята, тут секунды уже не важно. Они зацепились, хуже уже не будет. Значит, договорились, как вы это делать будете. Там на счет раз, два, три. Растаскиваем. Но вспоминайте предыдущий урок. Растаскиваем, не тянем. Ребята, там клещи. Вы тянете, вы врываете у своей собаки клок. Не будьте садистами. Сейчас я даже покажу. Вот у меня тут есть. Сейчас. Вот смотрите, значит, зацепил какой-то, ну, питбуль будем считать, собачку, он ее держит. Значит, ситуация вообще какая-то дебильная. Значит, хозяин начинает, вот этой собачке, которая, как бы, в которую вцепился, начинает тянуть. Ну, вы, ребята, вы собак-то пожалеете? Вот, ну что же это такое-то? Значит, все действия, мы поступаем наоборот, против нашего желания тащить на себя, мы даем слабину собакам. То есть, как бы, и спокойно делаем. Одну минуту. Правильно будет вот так. Подошли, спокойно все сделали. Понимаете, ну вот эти мои все советы, они бесполезны тем, кто сразу впадает в панику. Ребята, прежде чем что-то делать, успокойтесь. Вот тут вот как раз время играет, ну, у вас есть время. Хуже не будет. 2-3 секунды подумайте ситуацию. Не надо эмоционально. Не надо там кричать, визжать и прочее. Вы представляете, собаки взбудоражены, вы еще тут своими криками. Все спокойно, деловито. Подошли, дали слабину, приподняли, оттащили, посадили, осмотрелись, объяснились. Все. Пусть, на, отнеси эту Ларочку. Иди. Ага. Неси, неси. Пусть, иди-иди-то. Угу. Неси. Вот. Понимаете, я бы много говорить, но смысл тут, понимаете, почему я короткие такие вещи, у меня грузится медленно, поэтому пытаюсь уложиться в 3-4 минуты. Но вот по маленькую-маленькую часть про то, что я знаю, я вам как бы сказал.
Можно про эти драки бесконечное время рассказывать, про всякие случаи. Это будет очень такое долго и интересно для меня, для вас не знаю. Поэтому я закончу сейчас вот с этими собаками, с этими драками. И попробую, ну, не знаю, вот, как вам лучше, как лучше, какой лучше формат. Я не знаю, как удобнее и прочее. Ну ладно, спасибо за внимание. На этом собачьи бои заканчиваются. Если чего, спрашивайте.